Цитируешь лоба. Продолжаем играть, ребятушки, в Far Cry 6. И тогда смог узреть их. Очень-то красивая такая саночка. Вот, продолжаем. Ох, кто именно должен позвонить сейчас? 100%. Звоните. Я вышел. Нет? Серьезно? Ну, позвонить-то, ну, ребят, ну, чё вы зажмотились-то? О, тук-тук. Ба. Ба. Скабрит. Так, окей, окей, окей. Идем сюда. Боже, прошу, спаси. Пошел! Отлично. У нас, короче, топовое уже, это просто оружие в этой игре, которое есть, хотя выбор невеликий на самом деле. В трейлере показали, ну, буквально самое лучшее, а потом, может, еще лучше будет, но нет. А вот здесь пригодится. Так, не спастись. Мне очень не сюда. Тогда врез по речке. Опять тысячу лет фигач, я ненавижу эту речку. Сам из чего я сделал. Держусь подальше. Угу. Прикольно горевает сразу. Это какое там должно быть давление, чтобы он за одну секунду нагревался до красна? Атмосфер 20 там должно быть, но это не, ну, по звуку... Тут... Привет. Здорово. Привет. Атмосфер 6 максимум по звуку. Сейчас сюда, дай послушать. Может быть 10, но это так не нагревалось бы. И сколько весит гранат сама? Бинго! Выстрел. Ай, наш? Окей. Нужна помощь. Слово «наклбол» о чем-нибудь тебе говорит? Конечно. Нужно идти к перевалу? Си. Встретимся там. Это ведь ты вытащила наших с грузового корабля, но? Да, я. Там был и мой брат. Muchas gracias. Не надо. Вперед, разберемся с конвоем. Принесу миномет. Да, добавим огня! Да, мясо. Уже строит гитару. Я научился с бутлаком в этом оружии играть. Без оружия этим бутлака я его научился рассчитывать. Блин. Как же? Скажи-ка, о чем тебе говорит слово «наклбол»? О том, что нужно устроить засаду на перевале. Расхерачить там конвой. Забрать у солдат все, что есть. И сражаться вместе с Ханрон. Карахо. Ты готов. Я ждал этого приказа несколько месяцев. Ваманос, время не ждет. Давно ждал случая пальнуть из гранатомета. Ваманос. РПГ к бою готов. Ваманос. Вперед, Ваманос. Не Ваманос. Там нет Б. Там Б. Ваманос. Б. Ваманос. Там нет, блин, странной буквы Б. В испанском. Там Б только есть. Fucking shit. Кто перевозил это? Не было? Накобол, что ты говоришь? Забудь про кокосы. Время наклбола. Пинго, я думала, этот день не настанет. Нужно разозлить Бенитес. Пусть рассредоточит силы. Звучит охеренно. Увидимся у перевала. Я притащу дорожные шипы. Перфекто. Вот и пригодились. Ой, козел корни. Ну, все. А где устроить засаду? Дем, чё тебе надо? А, это... А, она не едет, я думал, что она едет.
на колбу. На колбу. Что за название такое-то? На колбу. Странный орел возле объекта. Это из ПСР или... Просто, блядь, какой странный орел. Слушайте, это ФСР какая-нибудь сраная МДшная технология, блин, в этой игре есть. Или не МДшная. Ну, короче, ФСР говно, ребят, не используйте. Я уже не буду менять, чтобы аутентично все было. Но... Блин, а как его защищать? Фак. Пиздец. Твою ж мать. Все быстро к грузовику! Защищайте груз! Что это было? Ну, мы защитили его. Слушайте, блин, я по-моему что-то просрал немножко. А теперь, пожалуйста. Конью. Так. Кажись, здесь случилось что-то плохое. Прошибочка. А до какого мне...
родители. Алло, эй, эй, йо. Уже защитили, Карл. Эй! Дэм, что делать? Твою мать. Сука, я не понимаю. Я не понимаю, что, сука, происходит. О, боже, боже, боже. Давайте по дороге пройдем. Ваня. Либо так пройдем. Во. Конрон, я у перевала Шау. Все, вот мы угнали, и теперь не сорвут. Все быстро к грузовику! Защищайте груз! Момент. Знаю, скоро буду. Не подстрели меня! Что такое? Кайла! Давай, закройте! Кайла! Я чинюлю ломаю. Окей, горелка. Защищать, я не понимаю. Надо уничтожить танк! Так, нужно было перед этим. Знаешь, ты сказал, как говорит, с вами был стример. Всем удачи, пока, увидимся. Увидимся, когда я перезайду в игру. Вот, через неделю. Пока, всем.